Убежим вместе. В ноябре Скарлетт Йоханссон была одной из тех немногих звезд, кто доехал до красной дорожки. Другие спасались от страшного пожара в Голливуде. Вы знали, что все так обернется? Йоханссон не переживала за свой дом, потому что сейчас она живет в деревушке на границе с Канадой. Там тихо и спокойно. На деревенского парня с широкой улыбкой похож и ее новый возлюбленный, 36-летний сценарист Колин Джост. В общем, я считаю его очень красивым. А ты? А нашу улыбку вызвал впечатляющий бюст Скарлетт. Именинница вернулась к платьям, серьгам, туфлям, корсетам. До этого 4 года отдавала предпочтение мальчишескому стилю – парижский шик. Скарлетт была замужем за французским журналистом Роменом Дриаком. В прошлом году они развелись – дипломатично, без скандалов, ради дочери, 4-летней Роуз. Вечно вы не в тех влюбляетесь. Да, он неплохой. Йоханссон вообще стала тихоней, не снимается для обложек, не дает интервью. Тем громче прозвучала новость о том, что она возглавила в этом году рейтинг самых богатых актрис. Оставила саму Анджелину Джоли на втором месте. На третьем Дженнифер Энистон. Поберегись, дорогу! Неплохой подарок себе на 34-й день рождения.